Эбола и лихорадка Денге вошли в список актуальных угроз для населения Казахстана. По словам главного санитарного врача страны Жандарбека Бекшина, только за последние два года 10 отечественных туристов заразились Денге. Шестеро из них в Таиланде, остальные четверо в Сингапуре, Индии, Вьетнаме и Китае. Наряду с экзотическими болезнями в перечень Всемирной организации здравоохранения вошли ВИЧ и пандемия гриппа. Учитывая нарастающую вовлеченность Казахстана в торгово-туристические отношения с другими странами, риск распространения названных инфекций на нашей территории увеличивается. Третья лихорадка, которая для нас наиболее опасна, это лихорадка Зика. Вот. На сегодня в этом плане большую угрозу представляет посещение Бразилии, где зарегистрировано более 1200 случаев. По словам Бекшина, в связи с этим особое место в программе развития здравоохранения на 2020-2025 годы займет развитие службы общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи. Проект постановления правительства об утверждении госпрограммы вынесен на публичное обсуждение до 14 августа.